Всем привет, народ, с вами Филаор. И сегодня мы продолжаем проходить Hollow Knight. Мы спускаемся в самые опасные недра, самое жгучее подземелье всего Hollownest'а. А именно в глубинное гнездо, в котором мы еще не были. Странно, ведь мы прошли этих трех ребят и не зашли в их укромное место. Где царит гробовая тишина. Сколько же они народу повалили? Где у них столько копий? Где они их прячут? Итак, глубинное гнездо. Я вижу маску, но вряд ли мы здесь как-то до нее доберемся. Так что... Кто это? Эти копошащиеся черви мне уже не нравятся. Пока что локация начинается крипово, но посмотрим, что будет дальше. Вероятно, мы не могли сюда пройти раньше, потому что у нас не было фонаря. И теперь мы можем это реализовать. Однако, у меня почему-то открыта большая часть карты здесь. Хотя я точно помню, что я здесь не был. Я не знаю, какого хрена так произошло. Но так уж оно произошло. По крайней мере, я знаю, куда идти. Какие здесь есть секреты и нужные повороты. По крайней мере, это радует. Так. Что это за звук? О-хо-хо-хо-хо. Походу, именно дети этих огромных червей копошились вот в маленьких ямках. Я не буду проверять, можно ли их убить. Я имею в виду детей. А вот их... Вероятно, тоже нет. Но я люблю гео. Вероятно, они тоже. Вообще, какой смысл им вот так вот туда-сюда бегать? Это странные ребята. Так, я вас не помню. Привет. И паук тоже. Так, ну-ка. Кто вы такие? А, тихо. Какого хрена вас двое? Так, ладно, меня это настораживает. Секунду. Грязяков. Роющийся хищник глубинного гнезда. Прячется в земле и старается застать жертву врасплох, быстро вылезая на поверхность. И у него это неплохо получается. Это своего рода гробница. Здесь очень много сосудов с гео. И это значит, что мы удачно зашли. Какой же здесь лабиринт? Здесь очень темно и непонятно. Грибы лучше не уничтожать, так как они показывают, куда... Привет. Куда идти дальше? Ты. Хорошо, что они убиваются всего с трех ударов. Это довольно удобно. Так. Мне это по-любому нужно. Наверное, даже больше, чем им. По крайней мере, в этой локации мы сможем хорошо полутаться. Здравствуй, а ты еще кто? Тихо, эй! Давай-ка посмотрим на тебя. Не та кнопка. Глубинная охота. Ползает по стенам и крышам, плюясь на всех жгучим ядом. Ну, не сильно-то стратегия похожа на охотничью. Я специально сюда провалился, чтобы посмотреть, что здесь есть. А это была ловушка. Мы изначально прошли. Меня немного напрягают эти грязикопы. Сильно уж их много на квадратный метр. Вау-вау-вау-вау-вау. Тихо, здоровяк. Тебе нужно всего два удара. Это замечательно. Я люблю таких податливых монстров. Они понимают, за кем идет доминирование. И... Я уверен, они просто мне сливают. Ух, я уверен. Разве вы не видите? Разве вы не видите этого мачо?
сразу, как только его кто-то завидит. Я не придумал продолжение этому, в этой шутке, если это была шутка. Ух. Меня заперли? Так, ну давайте пройдемте поверху. Нет. Нет. А он вообще сильно быстро появился. Так, секунду. На мгновение буквально взглянем на карту. И да, именно так. Я шел именно в этот угол. Дело в том, что здесь идет разветвление. Наверх, вниз и влево. Это видно по карте, я вам не показал этого дела. Вот так, может быть, заметно. Давайте сходим вперед. Как я говорю, надо всегда просматривать средний уровень, прежде чем идти куда-то на повышение или на понижение. И хорошо, что мы это сделали, потому что здесь ни черта нет. Раз уж у нас открыта карта сверху, я думаю, есть резон сходить наверх. Потому что она открыта как-то не полностью. Значит, там по-любому должно быть что-то, что мы никак не могли изведать. Я не помню. Я не помню. Какого хрена у меня открыта эта карта? Без вас я, ребят, не играю. Возможно, мне кто-то ее дал. Как-то кто-то мне это все дело проверил. Но более мерзких препятствий, чем эти твари, придумать сложно. Ну вы посмотрите на них. Я не любитель всяких шипастых гусениц, всяких шелкопрядов. Я люблю насекомых. В том числе и членистоногих. Пока что мы неплохо справляемся, они ведь еще и прыгают на нас. Но пока нам удавалось от них уворачиваться. Просто закон подлости, как только я говорю, что все хорошо, обязательно это что-то хорошее нарушится. А где мы? Тут глубокий подъем, но я не могу туда забраться. Опять вы... Они мне напоминают каких-то... Ладно. Они мне напоминают каких-то древесных жуков-короедов или что-то такое. В любом случае, это паразиты, которых очень много. Они очень сильно плодятся, и лучше... И лучше их избегать. Не, я рад, что у меня копится энергия и все дела, но... Они еще и по стенам лазят. Да, иди в жопу. Просто иди в жопу, приятель. И теперь мы вошли в локацию, которая как раз не отмечена у нас на карте. Я опять же... Здесь такие темные, глубокие лабиринты. Они похожи все друг на друга. О, блевун. Они похожи все друг на друга и... Единственный, кто разбавляет эту вечеринку, это вы, ребята, да. Вы появляетесь изо всяких щелей. И это писец как напрягает. Так, ладно. Судя по всему, я угадал с гробницей. Ага! То есть их реально можно бить вот так? Да идите вы... Они как бы тебя поторапливают. Они заставляют тебя проходить эту локацию быстрее. А? Но наш маленький рыцарь умный. Он знает, как правильно справляться с врагами так, чтобы они шли нахер. Потому что... серьезно. Сколько мне там еще надо убить, чтобы открыть их? Еще 18, еще 16. Ну, Грязякова мы по-любому сегодня откроем. Потому что врываться они умеют.
Я сейчас находился вверху. Ты не должен прыгать вверх. А, твою мать. Я люблю это, когда вот они клянчат. Не клянчат, чтобы я спустился вниз, но... Их ждет только разочарование и смерть. М-м. Просто я... Нет, просто нет. Так, в итоге мы куда-то пришли. Потому что вот такой заборчик означает, что мы не могли пройти сюда из другой локации, вероятно. Вокзал королевы. Все ведет к вокзалу королевы. Там какое-то здание и... Давайте откроем. Окей. Окей, ладно. Я не против. Я не против. Лишь бы не на шипы. Лишь бы не на шипы и не к маленьким деткам огромных червей. Я не знаю, как называют. Кстати, мы ведь даже их убить не сможем, прочитать о них, соответственно. Нам не добавится информации в библиотеку, что там наверху. Экран как-то странно затрясся сейчас. Ну ладно. Так, мы сможем туда сходить? Мы сможем. Ладно. Вероятно... Ну не так. Вероятно, что-то находится справа от нас сейчас. Поэтому нам решили преградить путь. Видать, что-то важное. Так что давайте пойдем сюда и посмотрим. Здрасте. Босс? Мне нравится? Мне нравится? Блин, парень умеет. О, извини, чувак, я не хочу тебя прерывать, я просто пройду мимо, ладно? Он их боится? Ну, раз я его не бью, значит все хорошо. Я его спас. Я его спас от толпы разъяренных фанатов. Но теперь этим фанатом буду я. О, лучезарное существо, принимаем мы твое благословение. Лучи твои проходят сквозь нас, тепло твое наполняет нас. Халунес заново рожден, един в образе твоем. О, какой же ты клевый! Какой же ты клевый! Блин, мне мешают эти головехи. Как вы понимаете, а может быть даже уже видели, я хочу его зафигачить на превью. Мне очень нужно, чтобы он был... Просто, чувак, оставайся клёвым. Просто всегда. Раз уж мы говорили сегодня про вечеринку, то вот он наш диджей. Серьезно, я бы позвал тебя на свой день рождения или куда-нибудь еще. Типа, приходи вообще в гости, ты клевый чувак. И что у тебя какие-то прыщи, вероятно, из-за них витает этот зловонный воздух вокруг, если присмотрите сзади на бэкграунде. Но тем не менее, у тебя клевый голос. Я просто вот прям, я твой фанат, прям. Да, все. Я не буду мешать. Он тренируется. Вероятно, для концерта. Ну или куда-то так. Потому что с таким голосом. О. И я был прав. Мы нашли секреточку. Мы вернулись в грибные пустоши. Ну да, вокзал королевы. Практически вокзал королевы. Ну ладно. Так. В итоге оказывается, что мы затащили весь верх. Сами того не ведая. Я сохраняться, конечно, не буду, потому что зачем? Нам же не надо спускаться в недра этой глубинной жопы. Идти дальше через разных паразитов. Да, я говорю о вас, ребята. Ну и ладно, я как бы не собирался. Да и пришел. Мне надо направо, понятно. Направо, а потом вниз. Коль налево меня не пускают. Они не могут дамажить друг друга. Но при этом я получаю люли только так. Не-не-не, я вниз, я вниз. Внизу ты меня не достанешь, я надеюсь. Привет.
Привет! Как странно, что здесь очень мало дружелюбных персонажей. А я хочу завести друзей. Так, тихо, зачем? Вот я сейчас это зря начал делать. Небольшое помутнение рассудка из-за моей речи. Такое иногда бывает. Я маленький рыцарь, который хочет завести друзей. В этом нет ничего странного. Совершенно нет. Я слышу эти темные страшные голоса. Я их слышу. Там сейчас что-то только что пропало? Мне почему-то показалось, что там была мертвая гусеничка. Хотя, возможно, они так... Да, они так-то похожи на мертвых гусеничек. Если не приглядываться. Да, наверное, это была она. Но зрелище было крайне неприятное, по крайней мере, у меня в голове. Эй! А, нет. Дайте угадаю, там шипы? Я просто проверю. Нет? Ну, почти угадал. Так. Благо, мне не страшно. Так, это... Вот это не смешно сейчас. Зачем делать такой странный проход? Это не ловушка, ничего. Я думал, там хотя бы что-то будет. Я за тобой! О. Мы как-то сильно сумбурно проходим это дело. Я не смогу вернуться из-за большого парня. Я не смогу посмотреть, что там было. Но ладно. На меня так влияет давление, или это же я? Типа, это прям вылитый я? Прям один в один. Я, конечно, видел на артах и прочей разной лабуде по Hollow Knight, что есть похожие ребята на нас. Ну, или их просто так рисуют, я не знаю, я... Себе не спойлерю игру, и это замечательно. Я просто не знаю, кто это, и я сейчас. Но! Этот парень прям идентично наша копия. Что он здесь делает? Почему у него такой же гвоздь? Я без понятия. И, возможно, он станет нашим новым другом. Эй! Так, только не говори, что ты... Он меня ждет. Он меня ждет. Сейчас, погоди. Как бы понимаешь, сквозь больших парней пройти. Большие ребята, они на то и большие ребята, что представлять себе собой. Так. А это куда? А это почему? А я хочу. Тут, вероятно, ничего нет. Ладно. Ладно. Я сейчас не особо старался быть аккуратным, так что... О, не-не-не-не-не. Вот на тебе сейчас здоровье и восстановлю. Хоть когда-то они оказались полезными. Нам туда не надо, там шипы. И где же он был? Он был здесь, да? Эй! Мой маленький брат, моя большая проблема, если это моя галлюцинация! Я хотел поздороваться. Но, по крайней мере, он вывел меня в безопасное, красивое место. Мы обновили карту. Давайте глянем. Вот как. Почему-то, вот опять же, меня открылся путь слева, хотя я там не был. Возможно, если мы сейчас пойдем налево, мы сможем его открыть. Направо же будет что-то другое. Давайте вначале проверим что-то другое, потому что что-то другое это либо какая-то закрытая территория с боссом, либо это выход куда-то, либо сокровищница, либо что-то необязательное. А куда делась музыка? Погодите. Мне приятно слышать музыку.
Я не против сразиться с боссом. Возможно, если это и правда не моя галлюцинация, она здесь заперта. И ее здесь кто-то держит. Этот знак что-то значил, но я не помню что. Возможно, там станция, с которой я могу уехать. И, о, да. Новые туннели, как я по ним скучал. Здесь я могу пройти еще ниже. Ага. 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 Ну, давайте немного прогуляемся от этих лабиринтов, потому что они меня уже немножко подзадолбали. Всю серию строят только на страшных, странных лабиринтах. Так много путей. А, ну конечно. Ну конечно. Когда же мне уже дадут какой-нибудь медальон, какую-нибудь штуку, какой-нибудь световой меч, чтобы я разрубил эту тьму? Чтобы я просто мог пройти дальше. Так, здесь что-то есть или нет? Ладно. Здесь ничего нет? Нет! Вы не можете так со мной поступить! Нет! Нет! Я хочу дальше! Ладно, пойдемте обратно. Эй, большие ребята, как я по вам скучал. Это стена. Это стена. А стены обычно заканчиваются. Все когда-то в этой жизни заканчивается, даже надежда. Надежда... Оп. 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 Надежда, например... Найти сокровище. В нашем случае мы можем получить пару ударов и спокойно пройти дальше. А что у нас тут? Так. Здесь ваш маленький выводок и проход. Привет! Я хочу дружить! Такое здание мы уже видели прежде, только оно по-другому стояло? Оно стояло перед воротами. Здесь тоже стоят некие ворота. Возможно, нам надо открыть несколько одинаковых ворот. Дверь с прорезью в ней. И у вас должен быть универсальный ключ у всех, верно? Черт. Спасибо большое, кстати, за комментарии. Мне писали очень важную штуку. Действительно, мы же можем купить наверху у жены археолога закладки. Закладки на карту, с помощью которых можем помечать вот такие вот памятные места. Я, конечно, наверняка забуду, что какая закладка обозначалась, но вы же мне напомните. Вы же со мной. Вся прелесть летсплеев именно в том, что... Я знаю, что я не один. Даже если я отыгрываю роль маленького рыцаря. И раз уж маленький рыцарь тоже не один, им нахожусь я. То я думаю и ему, и мне, маме, очень приятно получать такую поддержку. Так что... Пишите комментарии, ставьте лайки, и мне очень приятно, это очень мотивирует, и... Серьезно, я очень рад, что вы у меня есть. Однако я бы мог и почаще выпускать видео. Согласен, да, мог бы. Я постараюсь, я очень буду стараться. А я знаю, для чего ты здесь. Большой папочка. Нет! Звуки испытания. Глядишь, бы и избавился от слов паразитов. О, да, как вспоминается слово паразиты, так появляются вы. Ладно, я затыкаюсь. Некоторое время иногда надо заткнуться. Да.
большой папочка. Большого выводка? Почему ты бьешь не туда? Я не знаю, по какой причине, но он начинает бить просто вперед. Он просто, блядь, бьет вперед. Вниз, держу. Ну, я просто прыгаю вперед. В этом месте обязана просто быть скамеечка. Да ну! А где мой летающий кусок дерьма? Где этот засранец? Вот так вот, сразу. Не мелочимся. Это же легко. Это легко. Почему я не мог это сделать? Просто вот, просто не мог сделать. Давай, товарня. Я уже боялся, что я просто проделал этот путь зря. Ну давайте, вы теперь обязаны меня вознаградить чем-то. Чем-то нереально охерительным за вот это дерьмо. Так, подождите. Подождите. Вы не... Что? Здесь ни черта нет! Здесь ни черта нет! Слышь! Здесь... Это товарняк наверх. Вот это... Не страшно. Вот это клево. Это клево. Это клево. Я уже разочаровался, что все. Я сюда пришел, мой путь окончен, а здесь есть еще что-то. Ну давайте удиви... Ладно, ради маски... Нет, ради кувшинчика. Ради кувшинчика стоило рисковать. Но могли бы что-то еще оставить для меня. Серьезно, это было сложнее, чем обычно. Я не знаю почему. Оу. Труп гарпиды. Гарпида. Огромный земляков в толстом панцире. Неутомимо бороздит глубины гнезда. Зверски сильная и бронированная, так что бить ее бесполезно. Впрочем, если не встанешь у нее на пути, то и она тебя не тронет. Понятно. Они называются гарпидами. Большие парни — это большие девочки. Так, давайте-ка восстановим силы, чтобы проверить левый путь. Но сделаем мы это с вами в следующей серии. Спасибо большое, что смотрели данный ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И я буду ждать вас в следующем видео. Всем удачи! И пока-пока. Гуан, галака, цано чере, черерел, гунеле, гуан, гуан, че, гуан, кельнего, безо, га, галакма.